Губернатор Тюменской области Александр Мор исполнил желание 10-летней Елизаветы Калашниковой. Девочка мечтала побывать в Петергофе. Об этом перед Новым годом она написала на елку желаний. Открытку снял глава региона. Было решено, что поездку лучше организовать летом. На своих страницах в соцсетях Александр Мор написал: «Мечта Елизаветы осуществилась. Вместе с мамой они проведут в Санкт-Петербурге неделю. Разместились в самом центре. У них все хорошо. В планах посетить Петропавловскую крепость, Царское село, совершить морскую прогулку в Кронштадт. Фонтаны Петергофа они уже увидели». Мам, смотри, плывут. Классно. Также девочка получит консультацию в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете Минздрава России.